Занесла меня судьба сюда, в жилой комплекс «Лазурная долина», где мы очень много достаточно сделали ремонтов. Вот. И я сюда приехал не просто так. Я забыл селфи-палку у ребят. С ними ездил на обзор их дома. Вот. И мне пришлось вернуться, потому что без инструмента я работать не могу. Так вот, ребят, сданный дом, который расположен на улице «Лазурная долина», на равнине. Да, вот такой вот он, с балконами. Здесь хорошие, интересные цены. При этом это, как вам сказать, это даже не апартаменты, чтобы не было у вас прописки. Это жилое помещение с регистрацией, как положено, с парковкой. Вот я подъехал, видите, здесь парковочные места. Здесь парковочные места. Есть детская площадка. Вот, давайте сейчас прогуляемся немножко. Ну и почему я его показываю? Как бы почему я хотел все-таки сделать обзор на него? Потому что на сегодняшний момент, что вам там не предлагают риэлторы, да, вот здесь самая низкая цена. Ну, реально низкая цена. И если кто-то скажет, что прям это совсем плохое место, я с этим не соглашусь, потому что оно даже не на возвышенности какой-то, не на горе какой-то, не без каких-то парковок, да, не плотно застроено, а нормальное построено здание. Давайте пойдем вовнутрь. Я постараюсь вам показать те варианты, которые в доступе будут открыты. Но сейчас я прикрепляю вам шахматку, и вы видите здесь, какие есть варианты вообще в продаже. Все бегать я не буду вам показывать. Четырехэтажное здание, построенное достаточно давно. Вот кто хочет, тот стеклит вот так вот балконы. В общую площадь их можно, так сказать, соединить, и у вас будет попросторнее. Те как бы площади, которые вы видите на экране, которые я вам показываю, это уже «Лазурная долина 2. Те уже с балконами. То есть вот здесь вот заезд, ворота автоматические, соответственно, там еще есть парковочные места. Но это, наверное, ближе к этому корпусу относится. Но все равно такой нормальный домик. Пойдемте посмотрим, что есть в наличии по продаже в данном жилом помещении вариантов. Поднялся я на третий этаж. Вот так выглядит подъезд. Когда-то застройщик планировал сделать лифт, но эта затея как бы оказалась неуместной. Смотрите, 26 квадратных метров. Вот такой планировки, из которой можно сделать, ну, однокомнатную квартиру, объединить балкон, как я уже показывал. 4 800 000 рублей. Вон там выделяется санузел. Можно просторную студию сделать, можно выделить какую-то кухонную зону. Я бы сделал просто студии. Эту оконную раму демонтировал, убрал. Здесь застеклил, как вот сосед сделал. И все нормально. Это еще придомовая задняя территория. Для парковки там, например, да? Зелень, вид нормальный. Вот такое предложение. Как вам? Пишите в комментариях. Идем дальше. Тот же третий этаж. Та же самая площадь. 26 квадратных метров. 4 300, ребят. Просто другая противоположная сторона. Тот же самый балкон. И уже вид на парковку, куда я подъехал. Вот такой вот вид. Все зеленое будет, когда будет отлично. Здесь пешком идти, может быть, минут 5 до остановки, до магазина. Ну и там уже до улицы Петрозаводской доедете на автобусе. И автобус здесь ходит разный-разный. Можно даже до центра Сочи прям сесть и сразу доехать. То есть маршрут здесь отличный. 4 300, ребят. 4 300. И вот мы вам еще делаем черновой здесь ремонт, так сказать, за 15 тысяч за квадратный метр. Вот. И там останется немножко вложить в чистовой, и зато это уже сдано. Не стоит лазить какие-то стройки, апартаменты, там, которые, не дай бог, там снесут еще на этапе строительства. Не рискуйте, не надо. Вот готовое жилье я рекомендую. Как бы здесь у меня люди покупали, здесь люди уже прописали, здесь люди уже живут. Пойдемте дальше. В общем, вот такие вот предложения. Я уверен, что кому-то это может зайти, понравиться. Но есть люди, которые ищут, например, что-то побольше. Например, частный дом. И очень частый вопрос, сколько стоит самый доступный дом. Но и при этом не какой-то
курятник, да, который может рассыпаться, сгнить и так далее. Там на какой-нибудь косогоре желательно, чтобы участок был не 2 сотки. И желательно где-то чуть больше там 10 миллионов рублей уложиться в эту сумму, там в 11 миллионов, не знаю. Поехали смотреть, я вам покажу такой дом. Я там уже был, и цена очень интересная. Я думаю, что вам понравится. Поэтому сегодня прям марафон дешевых цен. Поехали. Ну и, конечно, многие все равно спрашивают, ну хорошо, купил я эту квартиру, сколько денег-то вложить? Ну что, 15 тысяч черного ремонта там, опять сколько, чего денег? Для этого мы делали конкретное видео, где Михаил конкретно закупал материал, который обошелся в 10 тысяч за квадратный метр, плюс 15 тысяч за квадрат это черновой ремонт, так сказать, с материалами, плюс 10 тысяч это работа будет стоить на такую маленькую площадь. Но в среднем, я имею в виду, уже не будете там самое-самое фуфловое что-то делать. Ну и получается 35 тысяч за квадратный метр, это будет у вас ремонт под ключ. Я сейчас умножил на 26 квадратов. И мы получаем сумму 910 тысяч рублей. В итоге, ну пускай еще до миллиона, там на 90 тысяч вы купите. Но самое необходимое, чтобы хотя бы там зайти, например. Хотя мы считали весь ремонт вместе с сантехникой. То есть еще 1 000 000 рублей и у вас готовая квартира. 5200 вам обойдется уже готовая квартира по вашему вкусу, как вы захотите, как вы запланируете, как вам подойдет. Не как вам застройщик там какой придумал. Или из самых говенных материалов вам сделал, да, электрику там 2 розетки поставил и бегаете с этими удлинителями. 5200 и у вас готовая, так сказать, вариант квартиры, ну, жилое помещение, будем говорить. Но при этом с равниной, с инфраструктурой пешей доступности, то есть автобусная остановка, магазин, ну и маршрутными автобусами до там Сочи и так далее. То есть это район, в котором мы проживаем, он сильно у нас развивается, и у него огромное-огромное будущее. Кстати, в этом доме у нас купил квартиру прораб Владимир, поэтому, если для кого-то это будет какое-то успокоение, там, не знаю, да, то вот, пожалуйста, вот это что-то такое коммерческое уже бабахает, я смотрю. Скорее всего, нежилой дом. Вот. В общем, такие вот дела. Едем мы сейчас с вами смотреть именно домик, который я вам обещал. Ну и оставайтесь на канале, пальчик вверх. И я уже сейчас вас прошу написать комментарий по вопросу, как бы, как вы считаете, за там 5 100 000, там 5 200, да, грубо говоря, нормальный это вариант или нет, по-вашему? Кто-то говорит, что выберите любой из комплексов, и я вам сделаю хорошую скидку. Да, по сути дела, я вам вообще обнулю эту комиссию, если вы возьмете черновой вариант и будете с нами делать ремонт. Вот и все. Пойдем смотреть. Ребят, улица Банановая, дом 110 квадратных метров, каркасно-монолитный. 4 сотки земли ИЖС, это даже не СНТ. Сейчас я вам покажу сначала границу участка. То есть вот здесь заканчивается забор задний. И идет вот так вот до въезда, который будет, так сказать, поделен как сервитут проезда к этому дому. То есть, грубо говоря, давайте вам покажу. Подъезд, кстати, бетонка. Мы с вами ни по каким горам там не скакали. Достаточно ровная везде поверхность. И пойдемте теперь смотреть. Вот, то есть, заезд здесь и туда. Все это 4 сотки земли. Что касается коммуникаций, да, здесь нет пока газа. Я думаю, что весь этот поселок будет рано или поздно газифицироваться. Это вопрос времени. Но на случай отопления, конечно, монолитный дом, я бы поставил газгольдер. Он недорогой и на самом деле не так уж сильно будет дорого вам стоить. Но зато это лучше, чем отапливать электричеством, однозначно, я вам скажу. Сзади территория у нас получается как типа нацпарка. То есть, соответственно, там никто строить не будет. И забор, хоть он и корявый, и, конечно, я бы все это дело привел в порядок, поменял бы и сделал бы капитальный, нормальный. Дом, возможно, перекрасил, сделал бы какое-то крыльцо другое. Речь-то не об этом. Речь же идет о самой стоимости этого дома, который, в принципе, достаточно недорогой. Хотя у нас он немного закрыт. Сейчас мы найдем, как в него попасть. Так, нашел я, как открыть. Здесь дверка открыта. Короче, зайдем с фасада, так сказать. Здесь есть терраса. Вот такая вот, да?
тоже в порядок надо привести. Понятно, ограждение есть, на первое время пойдет. Выложить плиткой, это можно сделать после. Самое главное, то, что в этом доме уже есть перегородки, есть электрика. Но, как я уже сказал, можно воспользоваться этой электрикой, вопросов нет. Но я бы сделал немножко по-другому, да? Тем более, как бы, щит Шнайбер, в принципе, все есть, но это как вот для квартиры. Смотрите, решать вам, можно сделать проект по-своему. Но здесь уже оштукатурены стены, например. Это тоже определенные затраты. Здесь есть выводы под канализацию. Это тоже определенные затраты. Перегородки. Можно сделать проект по-вашему. Вот он, вход. Здесь есть санузел. Тоже есть разводка. Есть окошечко. Есть вот такая вот спальная комната. С выходом, получается, тоже на террасу. Закрывается. Вот, пойдем наверх. Бетонное перекрытие, что самое важное. 10 900, вот цена. 10 900, ребят, за 100, там 10, по-моему, квадратных метров. Цена достаточно интересная. Когда мы здесь были с Мариной, цена была 12,5. Вот видите, получается, сейчас мы выйдем. 10 900, ипотеку можно попробовать. Ну, желательно, конечно, за наличку такой вариант продавать. Потому что многие не захотят там полной стоимости, да, все такое, знаете. И есть еще вот такая спальня. Но, что скажете, 10 900 и балкон. И балкон. Чик. И вон туда вид. И вон там еще очередь домов строится. И жилые соседи. 15 киловатт уже подсоединены. А водопровод есть. И что еще? ЛОС. Да. Локально-очистные сооружения. Привести в порядок дом. Это лучше, ребят, это лучше, чем каркасник. Поверьте мне. У меня, в принципе, каркасник. Я знаю, что я всю жизнь в нем, когда чего не буду использовать, когда-нибудь разберу и в любом случае построю новый по тому проекту, который мне зайдет. Но здесь мы его рассматривали бы, если бы он находился прямо совсем близко к нашей квартире. Ну, у него бы и стоимость другая была бы, понимаете? Здесь есть получше дома, не вопрос. Вот я сейчас подъезжал на улице Бананова, и я уже обзор не буду по нему снимать. Есть для этого риэлторы, которые хотят вам показать и широкий выбор. Но там ценник уже под 30 миллионов, понимаете, в 3 раза дороже. Стоит ли это того, это решать вам. Если у вас деньги по 30 миллионов выбирать дома, более качественная отделка, там, например, там, дагестанский камень, утеплен, кстати, там есть утеплитель. Может быть, цвет какой-то, может быть, придомовая территория, в которую вложили там пару миллионов рублей, например, да, я вот недавно показывал, сколько стоит пальма, блин, я ужаснулся, честно говоря, обрадовался, что у меня растут две такие же штуки, которые стоят по 150 тысяч, такие вот пальмочки. То есть можно сделать это все со временем. И, естественно, этот вариант, почему мне вот нравится за этот бюджет, потому что это не гора, потому что это каркас-монолит. И как бы его довести до ума вместе с территорией по своему желанию за эти деньги гораздо лучше, чем я бы купил уже готовое, которое вот уже по-своему сделано. А мне это не нравится, мне придется переделывать. То есть захотели бассейн, пожалуйста, забабахайте здесь себе бассейн. У вас он будет. И сразу в бассейн вы там вкладываете, ну, грубо говоря, там 1,5 миллиона, например. Это если крутой какой-то бассейн. И сразу ценник такой, таких домов приближается уже к двадцаточке. Знаете, вот за двадцаточки. То есть нет таких домов за 15 миллионов, например, где есть бассейн. Либо это вообще какая-то трухлявая избушка. Поэтому вот такое предложение. Вот в сегменте так называем эконом. Да, это эконом, да, эконом. Но зато здесь земля вот не такая, понимаете? Как у нас было раньше на Молдовке. Вот не такая. Здесь ровненький подъезд, здесь можно все организовать. Там по 2 машины, если вам надо. Там заборчик именно тот, который вам понравится. И уже жилые соседи. Это не на отшибе отрезка какая-нибудь. Вон там нарезка делается. Вон там, да? Ну и ценник там 2,5-3 миллиона за сотку. Пожалуйста. 4 сотки, 12 миллионов. Здесь 11 миллионов дом. Вместе с 4 сотками, подведенными коммуникациями. Уже не нужно искать какие-то разрешения.
и доводить его до ума. Да еще какой-то черновой ремонт, но он уже сделан, правильно? Он же есть. Можно и оставить как есть. Можно что-то переделать. Здесь таких несущих конкретных перегородок нет, потому что все здесь на ригельной системе сделано. Ну и в принципе-то она неплохая планировка. Что еще надо? Большой санузел наверху, где можно ванну поставить. Есть спальня, есть балкон. Так как это? Дом свой, балкона нету, да? Ну хотя, если у вас есть земельный участок, да вы выйдете на улицу, на террасе посидите. Есть кухня-гостиная, где собраться можно? Вот, сделать здесь кухню небольшую, не надо много денег тратить. И вот вам гостиная, пожалуйста. Хотите, отсюда выходите. Хотите оттуда. Не нравятся стеклопакеты, но поменяйте вы на алюминиевые, если прям не нравится. Но это эконом. Что мы тут обсуждаем? Нравится, не нравится? Потерпи, моя красавица, да, как наш любимый президент говорит. Ну, как-то так, ребят. Ждем ваших комментариев. Покупайте. Мы даже еще попробуем, как я уже в начале видео сказал, что-нибудь придумать ценой. И в любом случае, я имею в виду, и сэкономите, зато сделайте ремонт, мы вам поможем по своему вкусу. Все, ребят, обнимаю, целую, пока, до новых встреч.